Это рождественский концерт. 40 трудный год. Омский госпиталь. Коридоры сухие и марки. Шепчет старая нянечка. Господи, да чего же артисты маленькие? Мы шагаем палатами длинными, мы почти растворяемся в них. С балалайками, с мандолинами и большими пачками книг. Что в программе? В программе чтение. Пара песен военных, правильных. Мы в палату тяжело раненых входим с трепетом и почтением. Двое здесь. Майор артиллерии с ампутированной ногой, в сумасшедшем бою под Ельней, на себя принявший огонь. На пришельцев глядит он весело. И другой. Да бровей забинтован! Капитан, таранивший мессера 3 недели назад над Ростовом. Мы вошли. Мы стоим в молчании. Вдруг срывающимся фальцетом Абрикосов Гришка отчаянно объявляет начало концерта. А за ним, не вполне совершенно, но вовсю запевали, внимая. А народный поем, а священный. Так, как мы ее понимаем. В ней Чапаев сражается заново. Краснозвездные мчатся танки. В ней шагают наши в атаке. А фашисты падают замертво. В ней чужое железо плавится. В ней и смерть отступать должна. Если честно признаться, нравится нам такая война. Мы поем. Только голос летчика раздается, а в нем укор. Погодите! Постойте, хлопчики! Погодите! Умер. Майор, балалайка всплеснула горестно, торопливо, будто в бреду. Вот и все о концерте в госпитале в том году. Александр Сергеевич Пушкин. «Пиковая дама». Отрывок. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее отражалось совершенное отсутствие мысли. Смотря на нее, можно было подумать, что качание страшной старухи происходит не от ее воли, а под действием скрытого гальванизма. Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться. Глаза оживились. Перед графинью стоял незнакомый мужчина. «Не пугайтесь! Ради Бога, не пугайтесь!» Я не имею намерения вредить вам. Я пришел умолять вас об одной милости. Графиня молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Герман вообразил, что она глуха, и, наклоняясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему. Вы можете составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить. Я знаю, что вы можете угадать 3 карты сряду. Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали. Казалось, она искала слов для своего ответа. «Это была шутка», — сказала она наконец. «Клянусь вам, это была шутка». «Этим нечего шутить», — возразил сердито Герман. «Вспомните Чаплинского, которому вы помогли отыграться». Графиня, видимо, смутилась. Черты ее изобразили сильное движение души. Но вскоре она впала в прежнюю бесчувственность. «Можете ли вы назначить мне эти 3 верные карты?» Графиня не отвечала. Герман продолжал. «Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков? Они богаты и без того. Они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши 3 карты. Те, кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия. Я не мот. Я знаю цену деньгам. Ваши 3 карты для меня не пропадут. Ну!» Графиня не отвечала. Герман встал на колени. «Если когда-нибудь сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына, то умоляю вас, чувствами супруги, любовницы, матери, всем, что не есть святого в жизни, не откажите мне в моей просьбе, откройте мне вашу тайну.
Что вам в ней? Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с погубой вечного блаженства, с дьявольским договором. Подумайте, вы стары, жить вам уж недолго. Я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастье человека находится в ваших руках. Что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут чтить ее, как святыню. Графиня не отвечала. Герман устал. Старая ведьма, так я ж заставлю тебя отвечать! С этим словом он вытащил из кармана пистолет. При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она закивала головою и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела. Потом покатилась навзничь и осталась недвижима. «Перестаньте ребячиться!» — сказал Герман, взяв ее руку. «Спрашиваю в последний раз, хотите ли вы назначить мне эти три верные карты? Да или нет?» Графиня не отвечала.